И всем привет, дорогие друзья, с вами Берик, и сейчас будем играть на мульте на замечательной карте Безумия, на таком клановском сочетании, как Хорн Тарельса, но мы играем, естественно, не на песке, а будем просто, так сказать, тащить, и тут я как полный, нет, не как полный нуб, а нормально я перевернулся, играем 18 минут или, да, или 18 минут, мы проигрываем пока 5-0, и я сейчас... Хочу в битву пригласить своего друга Саню. Вы ник его потом увидите, или я сейчас скажу. Ладно, в общем, меня вынесли, сейчас его приглашу. Я ему с ним, вернее, обещал, так сказать, записать летсплей, но у него что-то с микрофоном случилось и что-то не то. В общем, у него он хрипит, шипит и переворачивается вообще. Так что не получится у меня с ним записать летсплей, и тут все. Все отлично, я взял флаг, нормально все скинулся, и давайте как-нибудь вот так вот поскилуем. Вот, и сейчас, ребят, мы сняли такой классный конкурс, как «Убей Жеку Микс», и там очень его как-то быстро убили, я даже не представляю как. Просто немножечко один пацан снубил, так сказать, и Жека к нему поехал, и его там бац, и слили. Так, давайте вот всех тут почпокаем, пока наш флаг возвратят. Вот, так. Что тут у нас? Да, ребят, кстати, я думаю, вы... Так, ребят, вот видите, как я сейчас такое эпичное сделал сальто из-за этого лага у нас. Вернее, у меня что-то опять залагал флешплеер, я не знаю, я его переустанавливал вообще. И с компьютером-то он тоже полазил, поизменял настройки. Но видите, как лагает, вот на 30 секунд постоянно задержка какая-то идет. Вот так, ну в это время противники притащили флаг. Мы дуем, вообще дуем, и надо как-то сейчас вот нормально спрыгнуть, конечно же, ребята, мы нарим, и нет, наверное, или да, я не знаю, ну, нет, все равно, вернее, мы падаем в эту дырочку, и пока я нормально не спрыгну, я, может, даже по лесенке проеду, я не успокоюсь, это все-таки, что, я уже сбился с мысли, в общем, так, а вот тут... Да, ребят, в общем, как всегда, я скилл, вот, и я немножко хотел бы рассказать об этом конкурсе. Там мы создаем битву, и кто первый убьет Жеку Микс, тот получит приз около, да, 10 тысяч кристаллов получает он приз, и его очень рано убили, но там есть один нюанс, то, что мы, то есть наша команда, то есть команда Жеки должна ставить минки, и на них, вернее, мы очень много минок поставили, и противники должны их сначала взорвать, а потом убить Жеку, или как-нибудь, в общем, главная задача убить Жеку, вот. Я уже не могу, оп, все, отлично, давайте вот так вот вынесем, доставим второй флаг, и я вижу, уже наши союзники один флажок доставили. Будем, естественно, надеяться на голдик, на безумие вообще так шар набрать голда, особенно если сверху никого нету. Вот, и там просто катаешься, хотя у меня такой раз было, меня просто с ваншотили, как-то не понимаю. Вот Саня на Хорнта Рикошете, давайте ему флажок оставим. Так, оп, как-то странно, не выносим, или вынесли, или нет. Да, не выносим мы. Все, доставляет флаг, Саня берет тоже флажок, давайте, ну мы как-то тут вообще тащим, надо что ли сверху как-то побыть их патрулить там, или что-то в этом роде. Вот, и я, ребят, купил комплект. Я это говорил, не помню уже. В общем, купил комплект дикарели. Я видос даже отдельно заснял, как-то его смонтировал. Я думаю, не очень убого получилось, а получилось как-нибудь классно. Хотя я сидел не очень долго, но эффекты, я думаю, подобрал нужные. Вот, но сейчас мы вообще тащим 6-4. Странно, как-то вражеский флаг возвращен. Наверное, пацан просто упал в пропасть, самоуничтожился. Да, наверное, так и происходит. Давайте возьмем флажок и что-нибудь как-то прикольно его увезем, вот того Васпика сольем. Мы на первом, нет, мы не на первом месте, мы где-нибудь на пятом, на четвертом, вернее. Так, ну, я думаю, вы сейчас видите, как проблемно спрыгивать с этого верха, тут все переворачиваются, но мы, конечно же, их будем убивать, нам же опыт нужен. И, опа-на, вот это нежданчик. Оп, все, отлично, сливаем. И, опа-опа, отлично, все, мы возвращаем флаг. Так, доставляем флажок. И где же голдик, ребята? Надо надеяться на эту красненькую, красивенькую надпись. Она такая аппетитная, так и хочется
так и хочется на нее все время любоваться. Вот, кстати, ребят, через 2 голдика уже нарезочка будет выходить, но я думаю, вы знаете то, что это видео, вот я записываю 4 июля, но оно, вернее, выйдет гораздо позже. Я уже неоднократно объяснял, почему. Вот, но где-нибудь уже в сентябре, в начале учебного года такой, вернее, задержки, внутренней, так сказать, не будет. И я получаю рельсу, ДДшную рельсу, давайте, блин. Лучше, наверное, сейчас пораньше аптечку, вот, опа. Все отлично, мы друг с другом промахиваемся, надо вот так вот сзади избить прицел, что ли. Оп, отлично, сливает ее. Пацан хороший, Артем, я его не знаю, но он на Хорнтер рельсе тоже, значит, он хороший парень. Так, ну их вообще мало как-то, очень мало. Давайте сейчас, ребята, вот что сделаем. Доставим флажок, сравняем счет, выйдем из битвы и зайдем против. Я думаю, Саня не обидится, потому что... Так, ребята. Ребята, места нет. Вот это я лоханулся. Вроде бы парни просто позакрывали вкладки. Ой, ребята, вот это фейл. Давайте, наверное, сейчас немножечко... так сказать, нажму на паузу, подожду место и вернусь к вам. И, ребят, мы возвращаемся. Спустя секунд 30 я дождался места, потому что это реально был такой эпичный фейл. Я думаю, вы все видели, особенно сейчас, что у нас гораздо меньше, человека на 2 меньше, чем противников, но нету, вернее, просто ребят, наверное, вкладки позакрывали. Я раньше, когда был нубом, тоже так делал. И сейчас заставят наш флаг, ну отойди же. Артем все-таки доставляет флаг, ну отойди ты, Твинс, ну что ты делаешь? Так, давайте вот так вот по скилловому спрыгнем. Я, наверное, я умею так скилловать. Вот, ребята, вообще отлично. Как раз-таки около базы сейчас берет Саня флаг, но... ну, блин, не хочется мне его бить, но... придется, наверное. Так, шафт, все отлично, кушаем аптечку, потому что нам не надо терять флажок и смока. Блин, смока сбил мне прицел, это очень плохо. И не, ну все, Саня меня валит. Оп, мы, в общем, как-то вслепую кого-то убили. Вот, флаг возвращен, и сейчас будет счет 8-7, хотя можно Саню слить как-нибудь. Вот, ну, рельса. Блин, ребята, немного я снубил, проехал вперед. Ой, ребята, вот это не есть хорошо. Проигрываем 8-6. Плохо, врубаем нарочку, едем, ставим миночку. Так, ну что? Ага, так, ладно, на Саню не будем обращать внимания. Опа, сливаем. Ой. Так, все, Саня немножко снубил, но это... я думаю, хорошо для нас. Я его ни в коем случае не обижаю. Давайте вот так вот сольем. Отлично, ребята. Счет 8-7 сейчас будет, если меня никто не чпохнет. А там сидит, ребята, шаф. Все. Ой. И, ребята, мы каким-то чудом доставили. У меня 0 хп. Я думаю, вы сейчас все видели. Это вообще это так эпично было. На нас 1, 2, 3, 4, 7 человек. Играем против где-то против 9 человек. Это реально эпик, вот даже Саша пишет в чате, что это эпично, ну ребята, реально, мне так повезло, я думал сейчас его последний шарик рикошета меня добьет, но удача, судьба оказалась на моей стороне, и я как-то по-нубски спрыгнул, я не ожидал, что тут будет эта стойка стоять, счет 8-7 мы проигрываем, сейчас будет счет 9-7, но если мы проиграем, это все равно, так сказать, и неплохо, мне... хочется записать хороший летсплей полноценный, и все равно я перешел, потому что мы тащили. Так, ну что, как-то так. Так, давайте поехали вот тут вот, давайте спрыгнем, я думаю, там дырок никаких не будет. Отлично, там дырка только одна, но мы в нее не попадаем. Дырка, что за слово? Какое-то двухсмысленное. Ну, я думаю, вы сейчас все поняли, о чем я говорю, но... ну ладно. Так, пацан тут какой-то на Хантера рели, ага, я узнаю. Оп, отлично, сливаем. Ребята, там реля. Ой, ё-моё, она еще на ДДшке. Ха. Чпок. Ну. Свали, упади. Ну, что-то не падаешь. Все, ребят, меня слили. Его сольет. Ну, пожалуйста, Ренат или кто там. Ренатыч на танке. Отлично, вернул флаг. Так, мне кто-то уже в скайпе пишет, но... в общем, если меня убьют, я попытаюсь обратить внимание. Если это что-то срочное, ребят...
У меня просто совесть меня постоянно мучает, когда я не отвечаю на сообщения. Ладно. В общем, как я нуб. Вернее, я нуб сейчас как-то поступил. Так, кто-то мне что-то пишет. Это. А, это как раз конфы, когда мы Жеку пытались убить. Ладно. Ладно, ладно. Так, Артём, это давайте Артёма сольём. Нет, не получается. Вот вообще, ребят, на М1 я полный нуб, а вот на М3 уже более лучше, потому что я привык к Хорнету третьему. Он все-таки пободрее, рельса третья тоже пободрее. Так, наш Васпик берет флаг. Ну давай, ну скинь мне, я ж... Ну хотя, блин, я ж на броне, ну давай, давай. Так, Саню мы уничтожаем, я думаю, он не обидится. Так, ну, ну, ну. Опа, отлично, ребят, мы слили эти нубы. Вернее, нуб этот не знает, что такое броня, не знает, что такое нарко. Оп, отлично, и Жигу мы тоже сливаем, если мне сейчас никто не помешает, ребята, я эпично доставлю флаг, будет что-то 8-9. Оп, отлично, Саша, прости. Ладно. Ой, мы релю получаем, берем аптечку и давайте доставим флаг, а то этот Васпик мешает, да пошел он нафиг. Нам же опыт тоже нужен. Оп, отлично, тоже сливаем какого-то рикошета. И тут рельсы, все, она меня сейчас сливает. Так, ребят, мы на втором месте, это вообще отлично. Особенно если мы сейчас доставим флаг, сравняем счет, это будет тоже классно. Хотя до конца битвы 6 минут. Так, 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 где там флажки всякие? Всякие флажки. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, ну. Так, отлично, мы сейчас берем флаг. Так, немного у меня тут ФПС проседает. И нет, ребята, меня выносит рельс. Вот, вот что значит нету тундры? Вот если бы с этим комплектом шла тундра, это было бы вообще классно. Я бы задонатил, я бы даже... не разочаровался, что я задонатил, я бы просто взял и прокачал тундру, но я попадаю в этого Артема, но все равно доставляет он флаг. Счет, ребята, 10-8, а нет, стоп, мы держим флаг, но это Жига вообще, она, я не понимаю, ну она что ли в нарить не может, вот его один шарик рикошета, все, его слили и все, счет, ребята, 10-8, я думаю, сейчас эпично продуем. Вот. Так, Саня вообще никого не убил, умер 15 раз, но зато он флажки таскает вроде бы, если мне память не изменяет. Так, давайте вот как-то так, что ли. Отлично. Все, ребята, меня это радует. Флажок их не надо взять, брать, доставлять и ничего больше. Так, давайте сейчас этого слэма сольем. Слэма, слэма. Почему слэма? Я даже не знаю. Так, ну ладно, спросим потом у него. Поинтересуемся. Он на нарке, ребята, ребята, он на нарке, ребята, нарко это плохо. Оп, отлично, мы его слили вообще по-царски, так сказать. И давайте валить. Нет, ребята, меня рельса слила. Я не знаю, как она на ДДшке была. Ну блин, нет, она без ДДшки, но я знал, вернее, так, простите, запинаюсь. Я хотел взять аптечку, но я ее не взял даже специально. Потому что думал, что. Понятно. Потому что думал, что она меня не убьет, а оставит там немножко хп. Ну вот видите, ребят, моя интуиция меня подвела. Счет 10-8. И если сейчас не возвращаться враги флаг, и у нас остается 4,5 минуты. Шансы все-таки есть, и шансы неплохие. Хотя бы нам, хотя бы, ребята, сравнять. Вот мне хотя бы это надо. Ой, зачем я сейчас стреляю, ребята? Я думаю, я просто перевернусь. Отлично, Саня сливают. Так, я думаю, сейчас там расстроено же. Отлично, мы подбираем флажок и давайте валим. У нас фул хп, фул нара. Это отлично, но меня сейчас релю. Я получаю релю. Так, отлично, меня Изида лекает. Все, сейчас мне ничто не помешает, хотя мне релю все равно дадут. Так, ребята, у меня лаг. Я не понимаю, у меня лаг или что? Я сейчас флаг могу потерять. Увидите, ребята, это... Блин, это такие лаги жесткие. Блин, ребята, это... Ну вот Саша даже в чате пишет, и у меня лаг, странно. Вот из-за таких лагов, кстати, если я везу флаг, я вот теряю тоже флаг. Вот бывает такой, блин, возвратили флаг. Это не есть хорошо, Саня потерял наш флаг. Так, давайте спрыгнем и нет, ребят, прямо в дырочку, вот прям точка в точку. Так сказать, счет 10-8, ребята, хотя бы один флажок нам надо притащить. Нарку сливаем вообще попусто как-то. Ой, где наш флаг? Ой, ё-моё, ребят. Я не понял, что это сейчас было вообще, как это, я так спрыгнул. Ну, спрыгнул, ребята, я даже
И очень неплохо. Так, давайте сейчас вернем флажок, потому что этот нуб не может ничего сделать. И... Не-не-не-не-не, ну. Свали, свали, свали. Нет, ребята, ребята, не удается нам все-таки вернуть. Да свалите же вы. Так, отлично, этого мы сливаем, этого мы сейчас тоже сольем. Отлично, так, ребята, нам нужна аптечка, 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 аптечка. Где, ребята, аптечка? О, аптечка, вон она. Если меня никто не сольет, давайте вот этого нубика сольем. Ну шафт, ну блин, ребята. Все, мы продули 11.8, в принципе, можно нам дотащить до 11.9. Но шансов нету, я думаю, вы не сильно расстроитесь, что мы проиграли. Главное, что мы сыграли и перешли даже, так сказать, помогли противникам, что ли. Вот. Ну-ну-ну-ну. Ну-ну, есть, есть, ребята, есть. Все, отлично, так. Чтобы этот пацан мне дал флаг, это было бы вообще классно. Ну, отдайте мне флаг. Но я же на нитрет и без нарки, ну. Ой, ребята, как же меня бесят такие нубы. Так, Санек, Санек берет флажок. Санек, флажок. Так, давайте его сольем. Нет. Блин, не надо. Вот этого давайте сольем. Блин, ребята, ну что он за нуб? Ну, нет, чтобы скинуть. Все отлично, его слили. И мы Саню сливаем, я думаю, не очень расстраивается. Давайте побежим на возврат, ребята. Фух, ребята, я вообще, я как-то по-царски так вот спасся. И аптека, аптека, нет, ребята, ребята, все, меня сливают. Я обманываю релю. Блин, меня этот шафт выносит, все, ребята. Не удалось нам как-то скиллануть минуты до конца. Вот, я думаю, вы сейчас не сильно расстраиваетесь, то, что у меня летсплеи на мульте идут, потому что на основе я решил сильно... звонку, извините, не поднимать. Так, ну ладно, иди сюда. Ой, ой. Так, 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 ну давай. Пыдыщ. Все, ребята, отлично, мы скилл. Конечно же, ребята, мы скилл, а кто же мы еще? Оп. Блин, ну шафт реально мощь. Я даже и не думал. Так, он поставил минку и сейчас меня сольет. Блин, ребят, все, смоки меня сливать, счет 13-9, вернее, 13-8. Так, все, ребят, простите, кашель. Ну, что сказать в заключение, мы продули, хотя изначально мы очень даже тащили. Вот, я думаю, правильно сделал, что перешел. Ну что, ребят, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Всем удачи, с вами был Берик, пока.